на конкурс «Дети читают стихи». Кузнецова Мария, 7 лет, город Бельск. Ольга Маслова, героям победы, спасибо. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. Кровью и потом добыли победу. Мы молоды были, сейчас уже деды. Но эту победу в век не забудем. Бессмертное солнце сияет в сильнее. Счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен, но взрослым и детям.